Служба-служба, спорт по расписанию. В праздничные выходные в областном центре прошел любительский турнир по хоккею с шайбой. В борьбу за звание лучших вступили госслужащие региона и представители силовых структур. Первенство приурочили к 30-летию независимости страны. Кто стал сильнейшим, узнаете у Абая Альжанова. Жаркие баталии, яркие сражения, настрой только на победу. Праздник на Урысмейрамы. Полицейские, спасатели, госслужащие сменили повседневную рабочую форму на спортивную и вышли на лед. Участие в турнире принимает 4 команды. Интрига в матчах остается до самого конца поединков. Это второй и финальный игровой день. Наступает кульминация соревнований. Турнир приурочен к празднованию независимости Казахстана, 30-летию независимости и на Урысмейрамы. Мы проводим для того, чтобы... для развития массового спорта в первую очередь, для привлечения населения к занятию спортом в целом. Вы на сегодняшний день видите, сколько народу, да? Данный турнир проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил. Мы будем стараться ежегодно его проводить. После окончания игр церемония награждения. Торжественным словом от имени главы региона выступил его заместитель. Ганин Игметов поздравил участников соревнования с Наурысмейрамы и пожелал успехов. Хочу поздравить вас с этим спортивным праздником. Спорт – это полезное занятие. Он помогает всем нам поддерживать физическую форму. Хочу сказать спасибо за вашу активность. По итогам турнира почетное третье место уходит в копилку сборной спасателей. Серебряные медали завоевали стражи порядка. А звание чемпиона удостоилась команда руководителей ведомств «Кызылжар». Наша команда, она играет и в хоккей в зимний период, в летний период мы играем в футбол и иногда играем в волейбол. Под руководством Акима области была создана команда. Впечатлений много, слов не хватает, эмоций супер. Я думаю, в первую очередь у нас сегодня победила дружба, победил спорт, здоровый образ жизни. А всем своим соперникам хочу поблагодарить за красивую игру. Еще раз благодарю организаторов этого турнира. Состязания по хоккею с шайбой среди госслужащих и представителей силовых структур проводят впервые. Организаторы планируют проводить турниры и по другим видам спорта. Абай Альжанов, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.